Награда для мира. Казахстанский филиал нашей телерадиокомпании получил международную премию за документальное кино о джазе. Фильм «Алматинский рэгтайм «Бумеранг» стал призером Нью-Йоркского музыкального фестиваля. Лента рассказывает о популярном советском джазовом коллективе. Ансамбль «Бумеранг» был создан в 70-х и просуществовал более 20 лет. Музыканты входили в число лучших джазовых исполнителей СССР и повлияли на формирование уникальной музыкальной культуры Казахстана. Как его закрыли? Конечно, это не «Оскар», но я считаю, что фильм, фестиваль, посвященный вот такой продвинутой музыке, и мы там оказались, это наша большая победа всего нашего документального кино, культуры, потому что туда мы, получается, экспортируем не только нефть, но и продвинули вот то, что в Казахстане есть джаз, то, что в Казахстане есть такая культура джазовая. Кроме того, фильм о культовой джазовой группе был представлен и на международном кинофестивале документального кинодоров.